Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня мы с вами вновь касаемся темы укрытия, не укрытия винограда, укрывных, не укрывных сортов и наших природных, скажем так, погодных особенностей. Конечно, эту тему я уже не раз затрагивала на канале, но достаточно часто появляется такой запрос, конечно же, от новичков в виноградном деле, что посоветуйте какие-то неукрывные сорта. Еще раз напоминаю, что неукрывных сортов вообще не бывает. Бывает неукрывная культура. Во Франции все сорта неукрывные. Или где-нибудь там в Новой Зеландии, или где-нибудь еще. Но в других регионах эти же сорта выращиваются в укрывной культуре. И мы должны всегда руководствоваться теми погодными условиями, которые есть в нашем конкретном регионе. Конечно, некоторые сорта, они более морозостойкие, и они гораздо легче переносят зимы. Но я каждый раз повторяю, что в нашем конкретном регионе, вот в Беларуси, не столь опасны сами зимние морозы, как перепады температур. Ну и вот немножко поговорим об особенностях этой зимы. Зима у нас в этом сезоне, уже не в этом году, да, но в этом сезоне началась рано. У нас выпал хороший такой снежный покров на теплую землю. В принципе, даже до Нового года можно было саженцы высаживать. Если снежок откопать, то земля была не замерзшая. И в такую землю можно было даже садить саженцы. В общем-то, даже мы немножко не все успели укрыть перед этим снегом, но лозу спустили на землю, снег ту самую лозу укрыл, и все было замечательно. При том, что погоды были очень мягкие, небольшой морозик, в общем-то, я даже в осенней куртке ходила до Нового года, мне было вполне комфортно. Но перед Новым годом вдруг кто-то решил включить какой-то подогрев. Стало тепло, пошли дожди, и снег практически весь стаял. Сейчас даже вам покажу фрагментик, что было на нашем участке, по-моему, в районе 4 января. То есть вот как это все выглядело. Конечно, мы, посмотрев и прогнозы погоды, и в принципе уже имея определенный опыт, то, что у нас было не накрыто, вот в этот момент доукрыли. И смотрите, что произошло. То есть вроде бы вначале все было хорошо и замечательно. Затем у нас вот этот снежок стаял, стало тепло, а потом ударили морозики. Да, буквально пару дней. Да, перед ними еще чуть-чуть нападал снежок. Но если у нас в начале зимы был снежный покров там 30, а где-то и 40 сантиметров, то после того, как снег сошел, ну, буквально там сантиметров 5 от силы. И на это все пришли морозы. А в некоторых регионах было 20 и больше. И, казалось бы, если посмотреть в описании виноградных сортов, да, то вот морозостойкость минус 23, минус 25, то есть вроде бы как бы мы еще проскакиваем. Но надо понимать, что при этой температуре у нас погибает половина плодоносных почек, половина. И если вы при обрезке оставили там все как положено, да, посчитали глазочки, по одной плодовой стрелочке оставили без запаса, то вот можете примерно уже посчитать, к чему вы можете прийти весной. При том, что вот эти перепады, то есть если бы вот этот минус 20, минус 23, даже минус 25. Просто постепенно приходил этот мороз с хорошим снежным покровом, то в общем-то все было бы хорошо. Но, повторюсь, пришла оттепель, у нас снежок почти весь стаял. В растении ведь тоже, да, оно сейчас вроде как в состоянии покоя, но определенные процессы там все равно идут. И вот после недели тепла, когда ляснул этот мороз, ничего хорошего для лозы и для других растений тоже в этом нет. На самом деле все растения от этого страдают.
Более того, вот этот морозик сейчас опять отпустил, и мы опять приходим, ну, постепенно идем к плюсовым температурам. Но вот погода вчера, например, у нас был ледяной дождь. Вот он просто падал, тут же все заледеневало, машину почистить было практически невозможно. Пока ты чистишь, то, что ты почистил, уже опять обледеневает. Точно так же обледеневает лоза. И для нее это тоже очень плохо. То есть сейчас вот эта погода создает очень стрессовые условия для лозы. И то, какой она выйдет весной, если мы ничего не делали, ну, на самом деле большой вопрос. Сейчас, да, у нас установится опять такая околоплюсовая температура небольшая. Ну вот я посмотрела прогноз на месяц. Понятно, на месяц это ни о чем. Более-менее какие-то порядок цифр, может быть, недели на две, и то не всегда. То есть пока что вот такая будет мягкая погода. Но никто не знает, что будет потом. Нередки случаи, когда в феврале у нас опять приходит какой-то мороз, и даже минус 15 после такой длительной оттепели, вот если она сейчас месяц подержится, и потом ляснет минус 15, то опять же, даже вот эти наши очень морозостойкие сорта могут сильно повредиться. И смотрите, если лоза лежит на земле, даже без укрытия, то все равно немножко там снежок какой-то нападает. Хотя, конечно, тоже не, ну, в этом сезоне все равно не самые лучшие условия создаются. То есть когда оно накрыто. Укрытие так или иначе сглаживает все эти перепады. Как тепла, так и холода. Выравнивает температуру, и стресса у растений меньше. Если мы просто положили лозы на землю, ну тут, опять же, немножко от региона зависит. Да? Замечательно было в начале зимы. Снежок нападал на теплую землю, все укрыл, там всем хорошо, тепленько и комфортно. Потом снежок сошел, ну да, чуть-чуть что-то нападало. Ну где-то нападало, где-то могло не нападать, где-то могло там с горочки этот снежок поздувать, уже плохо. Но все равно возле земли еще более-менее. Все, что у нас осталось на шпалере, ну, конечно, может повести. Я не буду говорить стопроцентно, что все у вас ничего не будет, ничего там не выживет и так далее. Может быть, что-то и будет, но вероятность этого крайне низка. Поэтому гоняться за неукрывными сортами, которых, повторю еще раз, в природе не существует. Есть неукрывная культура, но это не про наш регион. Да, можно играть в лотерею. Но тоже я много раз рассказывала наш опыт, когда один год вот мы положили на землю лозы и не укрыли, все было хорошо. Второй год оставили на шпалере. И весной, когда я стояла и видела, как просыпаются почки, слабо просыпаются запасные почки, видно, что урожая практически не будет, наворачивались слезы на глазах. И, ну почему мы не укрыли? Все, назад уже не отмотаешь. И год, в общем-то, ну не скажу, что полностью потерян, но все-таки, а тем более, когда у нас еще бывает и лоза не очень вызревает, и не всегда у нас есть возможность на плодоношение оставить с хорошим запасом, то, ну, не укрывать на зиму, это, еще раз повторюсь, большая и большая лотерея. Конечно, тоже мне могут возразить, что ой, вот у нас, у соседа, у брата, у свата растет такой чудо-куст, которому ничего не делается. Как правило, я задаю один простой вопрос. Скажите, им нравится та ягода, которую они кушают? И во всех случаях на той стороне появляется такое молчание, и возникает ответ «нет». Ну, конечно, потому что, да, урожай может быть из запасных почек, но это недели две. К срокам созревания у нас и так последние годы вегетационный период очень короткий получается. То у нас поздняя весна, в этом году еще и поздняя весна, и ранняя осень, и лето, это так себе.
Поэтому шансов вызреть у ягоды вот в таком случае крайне-крайне мало. И вот все те, кто хочет садить виноград, вот я хочу и чтобы красиво было, и чтобы ягоду, и чтобы не ухаживать, нет. Такого не бывает. У вас будет или чтобы не ухаживать, да, или чтобы красиво, или чтобы ягода. Все. Как бы не получится все вместе. Приложить усилия к этому нужно, как и к выращиванию любого другого растения. Виноград на самом деле не такая уже сложная культура, но да, ему нужен уход, как нужен томатам, как нужен огурцам, как нужен и садовым деревьям и много-много чему еще. Если мы хотим получать гарантированный урожай, если нам как бы все равно на урожай, тогда можно с этим играться. Конечно, зимы у нас бывают разные, и буквально пару лет назад у нас была зима, когда вообще можно было ничего не укрывать, мороза в принципе не было, снега не было, и температуры были там -1, -2, может, самая низкая. Но не каждая зима такая. Каждая зима у нас сейчас ведет себя по-своему. И даже в одном из видео, где как раз-таки я рассказываю про неукрывные сорта, про морозостойкость, я делала анализ температур за последние 10, а может быть 20 лет. Показывала, что практически в каждом году, так или иначе, был какой-то месяц с экстремальными температурами. Но это чисто температуры. А в этом сезоне я уже сказала, насколько вот эти перепады, они существенны. И гораздо проще все осенью укрыть и спать спокойно. Вот даже в этом сезоне, когда вот перед этими морозами многие виноградари, что ай-яй-яй, кто не успел укрыть, укрывайте. Ну, конечно, мы тоже немножко не успели, да, так получилось. И вот перед морозиками, когда этот снег сошел, да укрыли все остальное. Но на самом деле, конечно, если есть возможность, то лучше всего все укрывать осенью и потом зимой спокойно заниматься своими делами, быть в тепле, пить чаек, а не волноваться о том, как поживают ваши лозы. А с другой стороны, кто-то вот сейчас меня может послушать и подумать, что ой, я ничего не сделал, я ничего не укрыл, у меня уже все пропало, мне уже поздно что-то делать. Ну, может быть, вам повезет. Да, и может быть еще не такие серьезные повреждения будут у лозы, потому что вот сейчас она находится на границе естественного покоя и вынужденного. Вот в естественном покое, физиологическом, морозостойкость у лозы гораздо выше. Она гораздо менее чувствительна к неблагоприятным явлениям, чем в покое вынужденном. И сейчас мы как раз на границе. То есть в теории, вам может повезти, и все еще вполне неплохо. Но сейчас у вас есть два варианта. Либо вот напрячься, да, будет это оттепель, съездить и как-то эти лозы там опустить на землю, да, немножко прикрыть. Либо вариант два. Конечно, можно, да, три будет варианта. Вариант 2 – ничего не делать, надеяться на авось. И вариант 3 – просто следить за прогнозом погоды. И если вы видите, что будут морозы, будет даже -15, вот повторюсь еще раз, что если бы всю зиму у нас стояло спокойно -15, да это вообще не температура для винограда, то есть даже такие самые неженки должны этот мороз выдерживать. Но если она стабильная, если вот так вот скачки, то, конечно, тут уже совсем другая история. Поэтому можно смотреть за прогнозом, и если видим, что там какие-то будут такие массовые похолодания, то есть смысл укрыть и попробовать облегчить жизнь вашим растениям. И напомню про еще один фактор. Казалось бы, даже при таких не самых низких температурах ледяной дождь. Ледяной дождь, вот это обледенение, это на самом деле плохо. Для лоз тоже это им не нравится, и не будут сейчас точно утверждать о том, какие последствия это несет, Да? И это плохо. Думаю, в подробности нам лезть не обязательно. И морозные ветра тоже иссушающие, тоже это все вредит.
нашим растениям. Поэтому в средней полосе, конкретно в нашем регионе, в Беларуси, есть смысл укрывать все для того, чтобы иметь стабильный и надежный урожай. Хотя, конечно, выбор всегда остается за вами. Но если вы выбираете другой путь, будьте готовы к тому, что в какие-то годы урожая у вас может не быть. Либо он будет позже, либо в меньшем количестве. И это не проблема сорта, не проблема того продавца, который вам продал эти саженцы, там, либо черенки, неважно, эти сорта. Это проблема вашего ухода, потому что виноград все-таки в уходе нуждается. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, нажав кнопку «Еще», ссылка на каталог наших сортов винограда, наши контакты и, напомню еще раз, ссылка на другие видео по укрытию и неукрытию с подробной аналитикой. И до новых встреч!